тысячами фунтов тротила. А это Уилл. 250 тонн тротила. Майнив, мы с вами. Всем привет. И сегодня с реакцией на Мистера Биста. Его новое видео называется «Поезд против огромной пропасти». Он купил поезд. Ну, как обычно, это же Мистер Бист. Может себе все позволить. Погнали. Я антимайни, я очень зол. Я украл вашего глупого блогерка, потому что у него появился магазин, и я должен получить у него скидку. И это было бы правдой. Но в Майнишоп уже скидки. Поэтому, ребята, донаты, Steam пополнение, всякие геншины. Приходите, смотрите, ссылка в описании. А мы продолжаем смотреть видос. Купил этот поезд, он купил этот поезд. На полной скорости несется к той гигантской яме. Мы разобьем кучу машин, сорвем тонну динамита. И даже установим 10 реактивных двигателей на автомобиль, чтобы показать вам самые безумные эксперименты в мире. А начнем с того, что наполним дом сотней тысяч фейерверков. Смотрите, какой красивый домик. Не пытайтесь повторить у себя дома. Еще с машиной. Каждый из парней спрячет в доме манекен, чтобы проверить, возможно ли там... Капец, там даже электронный камин. Зачем? Дайте мне... Отдай мне. Вода не сочетается. Мой манекен выживет. Мой в холодильнике. Заходите, давайте, взорвем этот дом. Эй, будьте осторожны. Если случайно нажать на единицу, дом взорвется. О, боже мой. Так, где твой манекен? В ванной. В холодильнике. Под стиралкой. Тарик? На крыльце. О, да, он там сидит. Это будет крутейшее зрелище, которое вы когда-либо видели. 5, 4, 3, 2, 1. Сейчас рванет. Сейчас, подождите, сейчас рванет. А тут есть 4? Нет, 4К, блин. Че я собираюсь снимать 4К? Я его больше не вижу. Да нормально оно жахнуло. Страшно. Не, ну ему ничего, от него же ничего не останется, он сгорит, он же деревянный. О, боже мой. Ну да, я он... Думаю, что наши манекены выживут. Дом горел всю ночь, сгорел. Пока не сгорело все. 250 тонн тротила, наконец-то он воплотил мем в мечту. В жизнь. Мы устроим перетягивание каната между этим реальным танком и двумя школьными автобусами. Проигравший упадет. По идее, танк должен танк больше иметь ни за что сил. Не проиграет. Мы, вероятно, проиграем. Не проиграем. Очевидно, что внутри не будет людей, потому что они погибнут, упав в яму. Так что танк управляется с помощью пульта. Это как-то неправильно. 3, 2, 1. Поехали! Не, ну силу танка должно быть больше. Это было очевидно, это было очевидно. О, мой бог! О, боже мой! Он сейчас не потянется с собой же штанг. Минус камера! Да, упало два автобуса, я за камеру переживаю. Ну, вот это я такой. Вы слышите, как сигналят автобусы? Это гудки сработали. Мы исследуем дно ямы, чтобы осмотреть автобусы. О, боже. О, нет. Нельзя смотреть вниз, это ужас. Хватит двигаться. Я не двигаюсь. О, мы в яме. Боже мой, ты глянь. Почему автобус решил, что сможет победить танк? Не думаю, что это так. Позже в этом видео поезд сойдет с рельсов и упадет прямо сюда. Но прежде чем мы это сделаем, эти 50 тысяч долларов обложены тысячами фунтов тротила. А это Уилл. 250 тонн тротила. Да, парни. Видите ящик в поле? Ага. О, блин. Это примерно 1% от той взрывчатки, которая окружает день. А мы здесь в безопасности? А, да, все окей. Вот моя кредитка. Потрать сколько угодно, чтобы защитить эти 50 тысяч. Используй для защиты денег что захочешь. Дерево, кирпичи или даже сталь. Ты получишь все, что останется от этих 50 тысяч после взрыва тротила. Удачи в строительстве. Отлично, заработай 50 тысяч. Не думаю, что у него есть шанс. Первым делом Уилл купил две... Можно реально купить этот, знаете, чисто построить бункер. Ну, кстати, куда? Контейнеров и наполнил их 9 тоннами воды. Я очень переживаю, что взрывчатку Джимми это не остановит. И правильно делает, ведь этого даже близко не хватит, чтобы остановить тротил. А мы пока готовились к другому эксперименту. В предыдущем видео мы установили реактивный двигатель на машину, и она перелетела через 8 автобусов. Теперь у нас 10 двигателей. Посмотрим, пролетит ли она в 10 раз дальше. Когда она вылетит с рампы, я думаю, она пролетит мимо всех автобусов в лес. Я думаю, она врежется в первый автобус. Предположения сильно разнятся. Сейчас он подключен к машине, поэтому видит то, что видит машина. Крик! Ух ты, как в игре. А, нам отойти. Самая дорогая в мире компьютерная игра. А, окей. 3, 2, 1. Они даже крылья ему присобачили.
едет прямо на нас. Я потерял сигнал. Может, нам свалить? Не, я ее выровнял. Это выглядит как компьютерная графика, да! Но это не компьютерная графика, вот что. Оу, погоди. Это просто сложно поверить. Сломали рампу. Я полагаю, это успех. Да. Машина с легкостью перелетела 12 автобусов и оставила кратер на дороге. Мне нравится, как этот блок двигателя просто лежит здесь. Да, он еще дымится. Ой, из него течет. Я просто понимаю, что им реально проще купить машину, чем заплатить компьютерную графику. Компьютерная графика намного дороже, реально. Ну, поверьте мне, компьютерная графика реалистичная будет дороже, а тут реально реалистично. Не, ну там издалека я садил компьютерная графика. Если прыгнуть туда и упасть на тысячу надувных шаров, переход. Погибнешь ли ты? Хотел бы я знать. Ну, лови! Что ловить? Что мы делаем? Пока! Оу! Ты близко не попал! К счастью, у нас есть еще манекены. Выживет ли он? Берегись, берегись! Это будет весело! Джимми, что если мы уроним туда машину? Я думаю, вы знаете, что произойдет. Она придет куда надо? Нет, тут пресев молодому. Очевидно, что манекен не выжил. Идем дальше. Тем временем Уилл отчаянно пытался защитить свои 50 тысяч. Честно говоря, он отнесся к этому серьезнее, чем я думал. За последние 4 дня я нанял несколько профессионалов, и мы построили стену из шлакоблоков, заполнили ее матрасами и приступили ко второй стене из шлакоблоков. Динамит ее не пробьет. Ты превзошел все мои ожидания. Как будто реально строят. Как насчет такого? Если позволишь удвоить объем тротила, я удвою деньги. Значит, 100 штук и вдвое больше тротила? Да, но если все взорвется, то ничего не получится. Соглашайся, соглашайся! Не. Окей, да ну нет! По рукам. А пока он продолжал работать, мы с парнями пошли в боулинг. А шары для боулинга вот эти машины. Я готов узреть разрушение. Посмотрим, выбью ли я страйк. Страйк с первой попытки. А, она не движется прямо. Надо уходить. Надо уходить, надо уходить. Берегись! О, поле прямо туда. О, разворачивается. Она возвращается. Машина обрела разум! Она возвращается! Дубль номер два! О, это идеальный страйк! Вот я понимаю. Да! Люблю, когда машины врезаются. Если вам интересно, то первая машина все еще ездит кругами. В этом эксперименте мы с парнями носили свежий мерч, который можно купить в нашем новом магазине MrBeast.Store. Три, два... Просто безумие какое-то, реально, это просто безумие. Я удивлен, что такое вообще на Ютубе существует, да, настолько... Не, ну как бы я не удивлен, да, я, ну, то есть он делает одно видео за другим, одно за другим, и оно все безумнее и безумнее. Мужики развлекаются, да, было бы столько денег, наверное, тоже так же развлекался. Который был очень длинным. Уходим, уходим на MrBeast.Store. Погодите! Мы чуть не погибли! Я покажу вам, как легко и просто выбить страйк. Окей. Ну ладно, а вот и страйк, детка. Домен Store – идеальный выбор для тех, кто продает онлайн. Это пока самый худший бросок! Это пока самый лучший бросок! Круто было! Вы хотите продавать? Используйте домен Store, чтобы покупатели сразу поняли. Капец, я впервые вижу, что реклама доменных имен. Я такого впервые вижу, реально впервые вижу. Или что ваш сайт — это магазин? Это машина Карла. Домен Store — идеальный выбор для всех, кто хочет продавать онлайн. Оу. Не забудьте зайти на MrBeast.Store и купить наш новый мерч. Поскольку я удвоил деньги... Это как Flatout в реальной жизни. Вот подумайте, реально. Кто-то помнит игру Flatout? Там такие, сейчас такие трюки еще можно было делать. Прикольная была игра. Я так и любил в детстве. И объем тротила. Он построил семислойную крепость из 9 тонн воды. Матрасов. Шлакоблочной стены. Еще матрасов. Второй шлакоблочной стены. Еще 14 тонн воды. И, наконец, обложил все это стеной из земли. На самом деле у меня есть еще один слой. О чем Джимми не знает. Что? Эй, Джимми! Как я могу взорвать фистаблс? В этом и соль. Объем тротила удвоен, и настало время испытать бункер Уилла на прочность. Я также позвал номер 40. Блин, ну бомбанет. Хотя... Чтобы он помог нам все взорвать. Ты отвечаешь за кнопку. Пока ничего не нажимай. О, боже. Момент истины! Когда будешь готов, жми на кнопку. Я нервничаю. Оу!
Не, ну там, в принципе, деньги же находятся еще внутри под этим всем. Может быть и выживет, блин. А ну интересно. Деньгам точно конец. Ну да, там рануло сверху очень сильно. Просто жесть. Ты глянь на облако дыма! Я вообще ничего не вижу. Все в порядке? Погодите, кажется, с неба падают деньги! 7 дней работы только что пошли прахом. Я не знаю, переживу ли я это. Надо проверить, что с моими деньгами! Почему мы бежим? Я бегу, потому что он бежит! Он сверху плохо защитил. О, боже мой! Здесь столько стопок! Мы пересчитали деньги, и более 95 тысяч долларов пережили взрыв. То есть... Я выбил 95. Обалдеть! Тысяч... Всего лишь 5 тысяч долларов сгорело! Блин, это самое много. На самом-то деле это прям жесть много. 95 тысяч. Ну не зря он удвоил. Оказывается, реально не зря удвоил. Поздравляю с 95 тысячами. Пойдем посмотрим, что будет, если загнать поезд прямо в яму. Да! И вот, момент, которого Сану, мы все ждали. Поезд на полной скорости мог вырасти уже в 50 тысяч, а тут 95. Яму. Будь вы в этом поезде, где бы вы сели? Я поставил его в кабину. Это по статистике самое безопасное место в поезде. Хорошо, ты справишься. Так, а мы сядем прямо спереди. Никуда ты не денешься. А у плитки Фистаблс билет в первый ряд. Хватит есть Хершес. Ешь ты Фистаблс. Мы ждали этого момента всю жизнь. Это будет эпично. Нолан, запускай поезд! Поезд в пути! Сделаем это! Поезд! Он спасся! Он вышел! Выпал раньше времени! Или нет? Нет, не спасся. Вот это да! Ау. Похоже, это было самое крутое, что я видел в своей жизни. Вы что, шутите? Да, мой манекен не выжил. Поезд против ямы! Яма победила. Надеюсь, вам понравилось видео. Давайте закончим его взрывом. Вот так развлекается миллиардер. На самом-то деле реально. Так и развлекаются миллионеры. Прекрасное видео. На самом деле очень круто. Типа, просто это, знаете, это видео-жвачка, которая просто. Вау, каждую секунду происходит что-то новое. Там взрывается, там машины боулинг играют. Чего вообще? Там взрыв, деньги кто-то выиграет. Прикольно, это я говорю, так развлекаются миллионеры. Прикольно. Жалко, я не с ними. Хорошо, что они в той машине. Могу этому радоваться или не в том поезде. Ребята, приходите, подписывайтесь на Мистера Биста. Подписывайтесь на мой канал. Мне было бы очень приятно. Всем удачки, всем пока.